Во время на оккупированном украинском Севастополе ночью 9 апреля местные жители слышали несколько громких взрывов. Подконтрольный РФ глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Минобороны РФ утверждает, что якобы сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» в акватории Черного моря. Украинские военные не комментировали это сообщение. Громко было также в России. Утром 9 апреля в Воронежской области прогремели взрывы в районе Борисоглебского учебного авиационного центра. Здание получило повреждения, как утверждают Росми, из-за атаки дронов. На видео попал момент прилета. Минобороны страны агрессора отчиталось, что якобы сбили 4 БПЛА на территории РФ. К атаке причастна украинская разведка, сообщает Униан со ссылкой на источники в ГУР. По данным источников, повреждены основные производственные мощности. Кроме того, в городе Вязьма в Смоленской области обрушился массивный бетонный мост. На момент обрушения по нему ехали 3 легковых автомобиля и 1 грузовик. В результате происшествия погибла женщина, а еще 6 россиян получили травмы. Во время обрушения были разорваны сети газоснабжения. Без газа осталось около 8000 местных жителей. Сам мост упал на железнодорожные пути и грузовые вагоны, перекрыв сообщение с Белоруссией. Власти РФ заявили, что причиной чрезвычайной ситуации стал износ конструкции.